Так, ну я запускаю, создаю пока. Ну ты Чего там создавай. Да, обсуждаете? Я протыкал. Не закипел, я пошел часть сделаю. Пока все соберутся еще. Пока не так густо, как не хотелось. В это. В порядочность наших. Что-что? Да ничего, Антоха там за чаем сбежал. О. Да я тоже потом сбегаю, сейчас ты создашь. С командами определились. Да? Так, создать с паролем 6. Так, и карта. Ее потом, по-моему, можно сменить, поэтому я просто создам, да? Угу. Слышишь, там вроде кто-то еще был в АФК. А, уже здесь, да? Угу. Ну, учитель. Затаившийся котяра. Ты создал? Я создал. Слушай, Кент, согласен? Все же согласны, что я за космодесант всех разъебу снайперами. Легчайше. Да нет. Давай тогда я за некронов поиграю. Ух ты, господи. Конечно, ты их уничтожишь, Кент, дочь. За некронов я играл, а не слабее. Ну, просто как-то надо мою мощь как-то ограничить, понимаешь? Я поставлю тебя в команде с Антохой, чтобы он поставил себе космодесант и на тебя орал, что ты берешь какую-то хуйню. Ну да. Кто-то что-то говорил, я не понял. Не? Я говорю, когда... Очень плохо слышно. Ну сейчас я его накручу. Мем, я и знаю, с микрофоном. Нет, слышно, просто накрутите его на 200%. Ты там еще что-то накручиваешь? Там правой кнопкой жмешь там по ком-то. У меня, кстати, Антоха накручена на 200%. Что ты сказал? Ты доеднуватись. Так, голубуху катавзным, так, так. Тут. Ждем только чертов Тау. Чемпионов, вархаммеров. А Антона ты не ждешь, да? Антоха, блин, и в АФК может нам всем навалять, блин. Он даже не заходя в игру. Даже не заходя в игру. Понял. Боюсь. Так, Волка, слушай, ты взял дар, это... надо, значит, брать этих. Виражор, да? Где тут виражор? Типа, я понял, ладно. Кен, там в чем фишка карты, что ты выбрал? А я ничего еще пока не выбирал. Я... Срань какую-то он выбрал. Ну, сейчас еще не ответит. Чего говорю, через 5 минут зайдет. Давай, пока я выберу карту, да, ты прав. Где-то была кнопка Change Map. Слышишь, ну у нас уже, кстати, пятеро, я так понял. А, с Антохой. Ну, Антохи еще нет? Нет. Ну, Антохи еще нет. Он чай там закипятил или что-то ждет теперь? Блин. Самое интересное, что Макс больше всех ныл, хочу первый дов, а не второй. Именно первый, понял? Давай. Типа я заболел. Тики в первый, да, я в другой ваш ебал урод, кажется. И не пришел. Я розумію, він як капок зі збирав. Чисто на це поглазіти, поржать і все. Прямо мем цієї мапи, котру обрали, типу 3 на 3 чи кожен сам за себе? Ні, 3 на 3 будуть. Я вас зрозумів. Так, ну ще команди поділим, непонятно. Я ж не знаю, хто я граю вообще. Ты не бы казав, ну, как ті нуби і все. Я за Некрон проиграю по любасу. У мене в дові 13 годин і все. Да. Як багато. Може тогда я со скином. Как тебя зовут? Такой неудобный ник у тебя. Дангард, я Данил. 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 Данил.
Ну, я с кином и с Данилом, допустим, против зла. Ну, смотри, там одни поварасты. Тау. Тау, некроны, эльдары, все. Волк, короче. Нет, некроны это в другую сторону. Так, не считай меня за двоих. Некроны за добро. Волки, Антоха, тау, волки. Три повараста, блин, против нас. Ну, нахренели вообще. Вераст, тут мне цікаво, яка тут фракція одна з найпотужніших? Я все одно буду за Space Marine катати. Тау. А, тау. Или гвардія. Ні хрена. Ельдари, ну там вроде как три. Ні, ну на гвардії чисто, як я розумію, від дефенсу грається. Там ХВТшки обмазався і все, і сидиш. Та я смотрел, не такий, що ніхто там не сидить, не депається особо. Ну так, активний деп, я би це назвав. Потом у них виходить Бейн Блейд, приходить і всіх раз вибухнуть. Гра. Ну тогда него ж надо достоять. До Бейнблейда треба дожити. Ну, от і все. Досипаєш побіг. І влаштовуєш при змаганні усім іншим. Та на нашому рівні, я думаю, такого ні. Пофіг, яка фракція. Буду чисто на рожевих Space Marine катати, як весело. Антоха! А хто шостий? Константин з Дніпра. Пінгуй його, тому що він, походу, опять потерявся. Чого? Говорю, пінгуй його, він потерявся. Я пінгую його. Я 10-15 минут вже пройшло. Ну, от він мені написав в 20.06, що через 5 минут заходить. Тобто зараз, через 1 минуту він має бути у нас. Не вірю я тим потенціалом з Дніпра. Ну, поки з Дніпра доїде, ну що ти хотів, конечно, быстро просто. А куди там їхати? Второй день прихожу з роботи, Волк, з мислю закінчити свої довбаные танки. Куди я там прихожу? О, видиш, Антоха готов закінчити свої довбаные танки. Ні. Хочу заканчивать эльдарские танки. Ну честно. Я бы свои закончил бы. Но это ну, впадло. Да, да, так и впадло. Согласен, впадло. Да, ну блин. Говори. За демоном, он мне написал, что у него какие-то нурглиты, сланы, шиты их. Этих самых, нет почти. Поймай этого, не Яна, блин, как Платона. Его? Ну, Платона спросил, ну их дохера. Это ты заходишь или нет? Сейчас надо будет все равно, наверное, как-то по-другому все делать, да, потому что... Чтоб по порядку были. А зачем вам порядок? Тут же в опциях есть не... Ну, типа, тут главное, что... чтобы этот был. Чтоб мы с одной стороны были. А, ну будет с одной стороны. Теперь нас 6, ура. Приветствую меня. Просто мне кажется, возле нас появится волк, и мы его быстренько разнесем, и все. Прием, прием, меня слышно? Да. Ну, ну как-то очень тихо. Сейчас я его тоже накручу на 200%. Приветствую. Все зашли с тихими микрофонами, одни мы тут кричащие, я так понял. Так ты просто орешь. Мы играем в первый допчик без модов, да? Да, в первый допчик без модов, еле слышно тебя. Если есть там возможность вообще, да. Накрутить микрофон, накрути его. Сейчас я буду накручивать там. Не помогло, Кен, даже 200% не помогло. Да не хочу я к вам заходить, злые вы. Дарк ангелы розовые, что за фигню вы меня тут вводите, а? Да я поставил, это мне робити ничего было. Рожеві Space Marine, это тема. Оставь хотя бы не Дарк ангела, а ультрамарина. Мені треба тоді міняти схему, я чисто на перший попавшийся орген. У мене взагалі блади чорні, тупо під хромовників косять. Зрозуміло. Буду жёлтым. Господи, издевательство над тёмными ангелами. Я не потерплю такого.
Давай его забыл. Ко мне в команду. Выбросим первым его. Мы готовы его предать, да. Это за что? А какую команду мне ставить? Ну, мы пока так подумали, что ты, Волки, Костя, который из Днепра, вторую команду. Посмотрим. Я не знаю просто, кто как играет вообще. Я предполагаю так, потому что Данил так вообще тут чуть ли не первые разы играет. Не, ну з вами я вперше, а так я чисто проти ботів грав і все. Та ти думаєш, ми якось подумали? А самого тяжелого, сумасшедшого виносив? Ні. Мій максимум це стандартний і все, і далі я не заходив. Понятно. Кость, ти заходиш, або ти мікрофон клацаєш? Ну, я тільки що пытался зайти, у мене щось викинуло, тому що у мене мод установлен, і я його, типу, зараз пытаюсь деактивувати. А я зараз щось зроблю, треба щось всрати зробити з ультрамаринів. Тематичненько. Я освободил темных ангелов, слава богу. Давай договоримся, с флангов не обходить. Тут флангов нет. Да есть там флангов? Я найду. Ты найдешь. Не, ну хорошо, я найду. Ладно, ничего я не зроблю, мне впадлу этим говном займатися. Будуть рожеві. А все, Даркангели вже зайняті. Ну все, отлично. Так можна вторих взяти. Нельзя. Розових, тим більше. Сразу бан от позиції. Не, ну а що? Мені бладів брати, котрі темплари, чи грати зі стандартними. Так не цікаво в стандартних костюмах ходити. Рейвенгард. О, Даркангели, це тема. Бери кого-то красного, чтобы они быстрее бегали. Не, швидше вони бігати не будуть. Та будуть. Я будут. Все мы там знаем. Начнут. Так. Скільки ще часу в мене є, щоб налаштувати схему? Я не знаю, это Костя зависит. У меня все вышло, я сейчас захожу. Как назвать? А, все, часу нема. Эх, ну ладно. Эласан. Какое-то такое название компании, пароль 666. LSR UA 666, все равно его еле слышу. Я не знаю, как его чую-то. А, я могу прям тут изменивать схему, прикол. Это да. Ставь первую команду, предатель, блин, розовый. Только я сразу говорю, кидайте меня в команду к нубам. Потому что я, когда я играл в прошлый раз, команда сплошных нубов. С пачкой терминаторов. Просто подошел и спилил мне всю базу одной пачкой. Ну, у нас хватает таких профессионалов. А, таких, блин, полно. Он агрессивный волк у нас всех убивает. Так, короче, тут куча серверов. Напомните еще раз название, пожалуйста. LSR UA 666. Я не знаю насчет серверов. Пароль 666. Не, надо подключиться нажимать. А потом... Да, Join Game, и там игра LSR UA. Там просто список гравцов небы активных высыть. Там еще надо сначала нажать Join Game, да. А в левом верхнем углу там еще Join Game. Короче, вот, нажал Join Game, у меня здесь никого нема вообще. Сенси нема. Повинно будет. Я не уверен, что там вообще есть сервера. Ну выйдите туда, посмотрите. Он плохо пошел. Все пришли. Береш, натаскаешь мультиплеер онлайн, там сверху Join Game. І там вже шукаєш, там ігор 6, скільки? Я понял, 10 штук. В тому проблема, що у мене не показує ні одну. Значить, моди стоїть, може, котрий мультиплеєр шатає. Да, це моди. Деякі моди не якось мультиплеєр. Чистий ставить на чистий клейм. Ну, в мене все працює, це чудово. Так, поставимо. А можете вийти в головне меню і сказати, яка у вас версія? Вона буде в головному меню. А где оно написано? Версия 3.1. Build 3.1.0.7.4.4.2. Да, у меня такое же. А Down Engine? Down Engine 1.3.3.10/442. Ну да, у меня такое же. Soulstorm 1.0. Да. Бывает моды что-то ломают. Да. Давай ты нажмешь полную проверку игры, я не знаю, мы пока сыграем 2 на 3 или что.
Да, хорошо. Заходите, давайте. Ви почекайте, дайте що зробити. Остав за нас кемпа. Інсейн. Тих вам, я вам Донгарда отдам, у вас кемпом розпілім троїх. Да ладно, давай это, Інсейна. Сістер. Сістер, Кент, как мы распилим? Я за, блин, я за этих играю. Ну и отлично все. Я за Некрон. Так, Донгард, Тим 2, Волк Тим 2, Антоха Тим 2, Скин Тим 1. Да, я зрубив ультрамаринів рожевим. Тепер ніхто не буде убирати щастя то яке. Я встиг. Не зря день. Кент, ты уверен, что я появлюсь возле тебя? Да. Ладно. Так, мені в яку команду? В команду 2 чи 1? 2. Зараз ми будемо розпілювати цих двоїх нехороших. Дезморалить мене, короче. Буде виконано в другу команду. Так, ти ж не любить проігрувати. Антох, давай з тобою, Кет. Давай. Та ладно, все, давай, я вже за Некрон зайшов. Все, нам звіздец. Витя, готовий там? Зараз буде чисто діпстрайк на базу на початку матчу і все, і буде знову збагати. Хоч, ти тільки галочку не... А, все. Я смотрю. Ребят, мочите Эльдара, не трогайте несчастного Некрона. Не чипайте вы рожевую, пожалуйста. Тау, Спейс Марины и рандомная фракция. Чудово. Просто Некрон и Эльдары, ух. Стоха, ты на рандоме? Сейчас Донгард быстренько докачается. Зараз я в глибоку оборону піду, більше турелей Богу Імператору. Там вже буду чисто. Виправляв себе, ладно, пусть будуть за Некроном. Не принципіально. Блін, це рандом, да? Ну, навірно. Зараз тобі випаде, як ну, не важно. У нас є шанс. Йому зараз попадуться сестри, і все, він просто, ну, фізично вмирає. Ну, да. І удаляє. А, в нас Некрони, єй. Ой, Никола. А слушай, у нас есть люди, которые сейчас проспалерят нам. А где именно Некрона эти? У тебя на базе. Рядом с тобой кое-то где-то должны появиться. У меня на базе где-то должен быть дроп от Донгарда приземляться, уже рассказывал, что сейчас прилетит. Нет, дропода пока что не буду, я еще не добудувався. А начинается, ну ты же говорил, что будет уже, уже турельки поставил. Макса нема, от тому не тут, нема сенсу вийожувати. Його, не можна ж його розкатати, знаєш, не цікаво. Бо у нас перша локація, яку можна зайняти, бачиш. Зараз чисто мене прийдуть, розкатають і все, і буде весело. Так, головне пережити як би волка, да? А що ти починаєш, ну? Ще нічого не зробив, а вже... Ну сейчас начнется вот это вот. Ты понял, да? Ну слушай, я же думал, он где-то заходит с моей стороны. Какая сторона твоя? Ясно. Ясно, ясно. Эльдары, почалась розбудова. Все зрозуміло. Какого хрена? Уже все идут? Такие невидимками пришли. Я так и знал, что волчара такая крыса кончена. Да что ж ты такой агрессивный, а? И что у тебя с детекцией? Ничего. Да хрена у него детекции. Если уже на то пошел. Ехеть, блин. Блин, застряли. Нафиг такое делать, блин. Да, тактика, конечно, так себе, но... Ну, чуть позже это делает. Ну, надо было проверить. Винцей, Винспоттер, все помечаю. Ты видел это, Кент, вообще? Я не понял, как мы вообще выжили. Да как, нет разводов никаких. Чисто повезло, да? Так, ну, таке сожалению... питання, у Эльдар більшість юнітів хеві інфантрі чи ні? Да. Чо? Ні. Я про Эльдар ніколи не грав, я нічого не знаю про це.
Ты еще некроны твари, я знаю, ты еще эльдары нещи. Все знают это, господи. В смысле? Что типа некроны ты сделали? Ааа, гуд хрена. Телепортовалась на то активно заколебала. Ну ты сразу же типа юнита. Тяжелая пехота, не тяжелая пехота и такое. Ну тут е як типу... Ай, ладно. Є типу хеві інфантрі, це по типу Space Marines, а є лайт інфантрі, по типу гварди. Він шарить в ігрі, взагалі. Ага, не то, що ми друг. Ми просто бігаємо тут, мочимо. Ну-ка, ну-ка, подивимось. Бачив, що, блядь, відбувається там. У мене вон до сих пор пресує. А де? Ну, на твоїй стороні. Чего? Ну-ка, ну-ка. О! И прикол. Ладно. Едь! Кент! Там другие некроны. Мне жизнь такого не было. Понимаете? Ты слышишь, он отдал некронов, чтобы... Чё? Я не знаю, ну явно какая-то имба происходит. Ну, вообще некроны бесплатные. Ну да. Там, по-моему, только юниты тут забирают платно. Это ты называешь битвой? Затау! Не сильно кайфуйте. Нет, надо, чтобы мне кроме против Витрона воевал, значит это не дело. О, еще труп. Пока еще труп. Если тут там, блин, нас под носом, блядь, точку захватывает. У них нет шансов победить! У них нет шансов победить! Уничтожают цели! Не замехали. Это наглость наказана. Я вижу, но блин. Это случайно. Нападайте, нападайте, пока я их в тыл ударил. Кем? Вы сильны, и это хорошо. Покрошим их! Вы не убьете то, что не сможете убить! Так, мы в тыл ударим. У некронов нет тыла. Финист, блин. Нас сзади бьют опять, да? В этом фишка некрон. Капец же, их просто много. Уничтожаю цели. Фишка некрон, у них нет тыла.
У них нет шансов победить. Так, Антохи нормально, кто зашли. Блин, там опять стелсы. Сзади, да? Это вечно детектор с этим волком, крысой. Я ушел от тебя. Не круто. Ой, Антох, сорь. Не заметил, да? Я тебе не верю. Ты с детекцией что-то придумал? Да, да, да. Но он не то чтобы сильно живучий. Можем дождаться все-таки этого дропа Бангарда, блин. Повод разум и дроп. Как же воно влагает жах. 40 FPS зашел. Да, чё? 40 FPS, ребята, вы что, на домофоне играете? Я не знаю, в мене не повинно бути 40 FPS, але в мене 40 FPS. Давай покусить того. А, я не знал, Сын с Марины, господи. Давай убьем, Кен, я не могу это смотреть. Пофиг на Некрон. Ах ты ебану. Так, ну, вроде враги, если что. Ах ты ебану. Ничего. Костя, ты ебану. А что такое, не нравится на стрельке или серьезно? Тебе? Не подсвечивай. А, не подсвечивать, сейчас. Просто умри, да? Там не только турельки подсвечивают. Я постараюсь с этим что-то сделать, но не факт, что у меня получится. Ну ладно, ладно. Ты сам напросился. Ну ты еще забрать, там хотя бы с корабелями. Сзади, сзади, сзади. Животные предсмертные ухи, сильный звук крутов. Покрошим их. Выйду вперед. Разумею. Надо дальше. Затау! Уничтожаю цели! Ай, ну вот это вот, конечно, все начинается, блин, вот это вот. Волковские фишки вот эти, да, все? Я отобьюсь, иди на Антон. Уничтожаю цели! Все орудия, огонь!
Дима, помощь. Генератор, давай. И нет, сначала розового дрипнул-то, я не могу на него смотреть. Похоже, выедает. Не знаю, насколько у меня по нему хорошо урон проходит, но в принципе можно. Вроде есть какой-то урон. И по генераторам чисто. Я внутри рекламу не могу убить. Что-то там меня прям жестко прищемило. Ничего страшного, ну сейчас если все генераторы сломаем, ты уже так и не бояться. Все не сломаете. Вчера там у тебя генератор, да? Правильно. Больше генератор. Еще больше. Убил Витекс, мы еще сейчас новую построим. У него там бессмертный уже. Да, просто убей последний генератор. Если тебе там все плохо, то можешь уже отступать. Фокусит, блин. Вообще максимально подлый. Короче, я переустановил игру, сервера в поиске появились. Ага, хорошо. Сейчас там, я не знаю, сколько там, минут 10 это не закончили. А что это быстро на 7 минут? Сейчас нас быстро раскатают. Жалко, я тебя агрессивный. Что за человек? Еще раз. А, блин. Надо этого идти. Слышь, Антон. Что? У тебя пехота еще есть какая-то живая? Есть чуть-чуть. А ну дай момент. Кого? Сейчас я тебе покажу, ты поймешь. Я надеюсь. Это пошли вот сюда. Вот это твоя застройка. А ну попробуй. Не. Не, нельзя. Эксперимент был хороший. Ну. Константин. Вам не стыдно? Вообще ничего не делаю. Да я вижу, что вы не делаете. Уйди. Будь хорошим человеком. Вот это не твоя точка. Это Антона точка. И куда ты начинаешь? Понятно.
Ага. Если не знать, что вы играете в Ваху, это было похоже на разговор двух наркобарыш. Кент, а ты можешь протонуться и задыхать меня? Под башней. Или сложно? Иду. Сигнатор козлой. Зашел. Что я вам сделал? Не говорю. Я иду туда. Антоха! Ну они же стоят денег, блин. Пиздец. Акулы, мы на штурм будем идти взагалі чи ні? Мені от цікаво. Мы уже. Они уже ходили. Не-не-не, я про цей, хто зі мною в команді. Тау, да. Та не круто. Ми вже давно вже сходили. Ми вже ходили. А, ми вже все, находилися, наштурмувалися. Ти просто не так зникли. Не цікаво, так не цікаво. Ну, когда-нибудь обязательно пойдем. Ну, ти видиш, що вони тут ви... Ви, якщо що, мені скажіть. Бо я, кажіть, протупив. Я все пропустив, найцікавіше. Ну, це да, ти пропустив уже. От то ж. Тих максимум чисто некроні подефати трошки і тау трошки подефати. І все нічого. Правильно зробив? На некрон. Я ж казав ти, що я в оборону піду, я в обороні сиджу, мені весело. Рожеві Space Marine тащать. Стоп. А. Все. Дредноути живі, щастя то яке. У него там не сык, Кент, у него там почти все бессмертные. Ты что, ты мне что, смысл здание, чертова, да? У меня есть одна идея, дебильно, но есть. Это хорошо, поддерживаю. Зара, тільки на шкрибу потрібні юніти трошки, ще трошки. Вони шкрибці... не атакувати, якщо що, поэтому... Я знаю, що це ідея, ти вже сказав, що в початку гри, що там буде за ідея. Поэтому я застрелив себе базу от твоєї ідеї, вже там. Подлый. Я так хотів порадувати себе. У меня тоже есть чуть-чуть бессмертных, поэтому сейчас здание у него будет сыпаться намного быстрее. А куда уже быстрее? Чего вы меня постоянно покусите, как вы противоположно? Ну, они крона настолько застройка плотна, что у меня танки проехать не могут. Они не понимают, что я от них хочу, охереть. Мне честно, вся армия встала, застряла. Ну, ну ё-моё, ну як, ну, як так? Я не зачитил, да? Ну, ну вони тупо не пролазять, нема куди їм їхати. Ну ладно. Дракони — це читерство. Та ладно, не саме читерство не буде. Не на столке.
Сопьюник. Так. Я думаю, мой самолет справится с нашими колоничами. Там она, нас опять идет какая-то атака. Я вижу, блин, шен, он волк агрессивный, если что, готовься подковаться. Так, техника, техника. Наверное, портуйся уже даже. Я не знаю, давай главку добьем и портуйся. Да. Давайте не будете. Всем портуйся. Я казарму сам не знаю, как я. Все, минус, да? Я выхожу. А что, ты даже посоветник не хочешь? Я уже вышел. Ладно, такая тогда. Иди меня спасай. Так. Пусть прольется огненный дождь. Ну, надо там, типа, просто чему. Продолжать огонь, продолжать огонь! Там техника, да? Я бью его в спину, но он против него эффективный. Ладно. Ракеты вышли! Ракеты готовы! О! Не просила ты меня. Я тебя просила, я сказал, что я его забила, выключи. Получите плазмы! Жизнь — это победа. Она потом про меня фокусите. За что? Да, все, не фокусируем. А, это... Пацаны попросили не фокусить их. Ну, я ж просто не услышал. Вообще что... никого не фокусит. Вообще никого. А, да все. Давайте следующую. Давайте следующую уже стал. Ну все, может, не дает. А сейчас создам. Так, милитари. Быстрее, сади, быстрее. Юнит скиллы. Ну я. Ну, Некрон, ты не очень-то. Создавай давай. Все, а, вы же все, что? Да. А, ну, такие я... Я следующий шел. Создаю, в смысле. Не знаю, наверное, то же самое. Ладно, дякую за партию. Я... Подожди, а ты что, не будешь там еще играть? Я уже все. Да что за люди пришли, капец, опять 2 на 3 играть. Ну компьютер вообще, поставить да. Можно. Да? Да не, ну поставим. Ничего, сейчас я вас запокушу. Удачи вам. Я так уж и быть посмотрю. Некроны не очень, как оказалось. Не, некроны, ну ладно, ну, просто странные. Как в настолке. Антоха, распредели команды. В смысле не очень, Кент, я от тебя тут там на 30 человек отстал. И стал. Я же говорю, мы втроем, ну как и прошлая партия, давайте. Только сейчас я вот. С Кинки поиграет, да? А, не, чё? Да играй, господи. 2 на 3, да? Да. А нас опять сейчас разнесут. Так поставьте, ну, тяжелую и все. Или инсейновый. Не, ага, чтоб, чтоб вас убил тяжелый комп, я не пойму. У нас тяжелый комп, а ну, вместо меня можно ставить что-то среднее между легким и средним. О, если бы тебя было слышно, может быть. А ничего, я же говорю, сейчас мы их втащим, сейчас мы просто ух. Там еще и гвардейцы, блин, офигеть. Офигеть. Это GG. Угу. Так, мы команда 1, вы команда 2. Какую мне команду ставить? Вторую. А. И галочку. Ага, есть. Ты опять как-то не крол? Только за имбу играешь, да? Ну да, как же подруга. Не, ладно, все, играю за космодеса, господи. За имба космодесов. Ну, блин, за черненьких.
Все, готов. Просто это, я считаю, нечестно. Необузданная мощь просто. Неисчерпаемая прям. Бесконечная мощь космических снайперов. Космодесантовских снайперов. Ладно, я нормально сжег в прошлый раз. Кент, один раз я просто... Да, один я раз. Я жду ваших распоряжений. С максимальной скоростью. Что за хуйня? Типа, давайте пересоздадим. Кто-то забыл поставить галочку на фиксированных позициях. Костя, пересоздавай заново, блин. А, ты типа он рядом с нами появился? Да. Офигеть. Ладно. Уверен? Mm-hmm. Ладно. Блин, то это что-то надо заходить в порядке, типа, позиций. Ну давай ему... Oh, блин. Тогда мы команда 2 будем. Да, получается, или как? Не, мы команда... Не, вам сдурно надо закрывать один слот средний. А, да просто третий слот закройте, да и все. Сейчас. А, блин, где эта карта? Блин, я уже всех почти убил снайперами. Если шо, можно сыграть каждый сам за себя. И есть, короче, прикольная карта с кратером по центру. И все, короче, игроки розочкой вокруг. И замес на мини, короче, может охуенный получиться. И не надо, типа, по командам делиться. Подожди, сейчас мне надо перейти на сюда. Сейчас по скину на мое место стать. А ты просто выйди, скин зайдет. Все, как не поменяет. Скин, заходи. Сейчас. Третий закрытый. Да, третий закрытый. Ну, зашел скин, теперь можете заходить. То же самое. А остальные где? Не зашли? Сейчас зайду. Сейчас мы. Как этот самый? Отомстим, да? Отомстим. И мстя будет страшная. А то хочу, что ты не играешь некронами своими. Ля, они все космодесантники. Я не играю некронами. Я не люблю некрон. Я в принципе нежить не сильно перевариваю. Ну же, я же проследился смотреть Space Wolf. Короче, карта называется Mortalis. Можешь ее чекнуть, она прикольная. Типа, ну, если кто-то там за себя будет, и по центру заруба. Следующий может быть. Сейчас надо им отомстить. Кен, ты видел? Space Wolf. И Dark Angels, все серьезно, блин. Самому поставить, что ли, космодесантника, что, блядь, не космодесантники. Не, ну там имперская гвардия, видел. Так, только команду смени. 412-я, он Кабиан. Да. Кстати, третья команда, надо вторую-то ставить. А слышали, что Кабиан, по-моему, пала? Да, недавно. Вчера. Не знаю, у кого пало, я еще молодой, моя кадия стоит. Так, Антоха, ой, тьфу, скин, главное убить Антоха, помнишь, да? Я сделаю все. Опустим Антоху, понял. Антох, где ты появился? Зашел. Я появился вверху карты. Я по центру, здесь, короче. Сам центр, короче. Лупи его. Разведчики по максимальной скоростью. Можете менять как там. Разведчики прибыли. Обманывает нас он. Разведчики прибыли на фоне. Он же темный ангел. Ты что, помнишь, блин? Я не вру, да? Да, о, великолепный. Разведчики прибыли на службу. Разведчики если прибыли. Ты сейчас лет Империум думаешь, что было ярмо. И вас опасно. Производим проникновение на территорию противника. Разведчики прибыли на службу. Производим проникновение на территорию противника. Блин, я неправильно сыграл.
Разведка готова. Производим проникновение на территорию противника. Ее под контролем. Найдена стратегическая позиция. Разведка готова. Мы нанесем на карту расположение войск противника. Были, учитывая то, что он не знает, как правильно. Да, Запускаю. Я неправильно сыграл. Позиция захвачена. На этом все. Все, что я хотел, я все сказал. Район под контролем. Ваше желание. Я здесь, чтобы служить. Запускаю строительство. Запускаю строительство. Защищаем объект. Противник решил атаковать нас на свой страх. Мы расстреляем их прямо отсюда. Что происходит? Вашим услугам. Мы заняли позицию. Что это, блядь, вообще происходит? А что случилось? Нас застраивали. Нормально, все правильно делаем. Да, командир. А потом говорит, я агрессив. Мы не промахнёмся. Мы заняли позицию. Блок, же второй раз, блин. Что я второй раз? Под интенсивным обстрелом. Разведчики прибыли. В этот раз. К вашему услугам. Антоха, блин. Мы нанесем на карту расположение войск противника. Занимаем позицию. Кент, меня Антоха не... на карту расположение войск противника. Я Антоха не знаю, чего убил. Мы уже его уже не убили. Уже все это не разведчики прибыли. Разведка готова. Мы ждем приказа. Пишет, не мочит. А, я понял, потому что я сам, и меня никто не поддерживает. Я отойду. Мы ждем приказа. Разведка, в атаку. Все правильно делаешь. Так только трусы делают. Ну так, блин, а я жду ваших распоряжений. Начинается, блин. Я сделаю все, что пожелаете. Мы заняли позицию. Враг в пределах досягаемости. Господь подменил пока. Блин, да. Разведка готова. Передвигаемся скрытно. Разведчики прибыли. Производим прицеливание. Мы под интенсивным обстрелом. Так. Разведчики прибыли. Вот гадство. Мы и там что-то... Ах, они гады. Теперь стоит, конечно, не творят. Разведчики прибыли. Нет, Кен, там много у меня со стороны Антохи. Да, он великолепный. Запускаю строительство. К вашим услугам. Убил моих скаутов, да? Да, командир. Нет. Передвигаемся скрытно. И все скилловые, кроме меня. Да, повелитель. Нас расстреливают! Запускаю строительство. К вашим услугам, к вашим услугам. Мы заняли позицию. Мы ждем приказа. Я чувствую опасность. Мы должны это пойти понятно. Другой я дорогой. Здесь, чтобы служить. Тебе надо мучать. С максимальной скоростью. Мы заняли позицию. Я здесь, чтобы служить. Офигеть. Много ходовочка, да, Антон? Да, командир. Ну, да. Мы заняли позицию. Позиция захвачена. Разведка готова. Мы не промахнемся. Ваша служба кончена. Тихо, там что-то. Какие игры, блин. Ну, все равно, не устраивай базы, как нормально чуваки сидеть там.
Да, зажали. Да, отвянь. Антоха. Антоха, блин. Вот предупреждай, что там я тех на жреца сейчас убью. Ты благородство. Занимаем позицию. Ангел, души, души Эльдара сзади, ангел. Да, командир. Да, да, да. Мы нанесем на карту расположение войск противника. Нет никаких Эльдара, это все выдумки. Да, выглядит. Перегруппироваться. Запускаю строительство. Если мне уже известны. Мы заняли позицию. Слышишь, у него свои снайпера, блин. Я чувствую опасность. Я не готовил, мы должны пойти другой и их прям дорогой. До хера, блин, там. Охренеть вообще, Антох, блин. Кто там такой? Мы ждем приказа. Враг в пределах досягаемости. Разведчики прибыли на службу. Мы ждем приказа. Я чувствую опасность. Мы должны пойти другой дорогой. Разведка готова. Мы не промахнемся. Это прокидывание пошли. Честно. Да, командир. По нам ведут. Я слушаю, командир. Тут разведка техника. Готова. Разведчики выдвигаются. Направьте нас на врага. Взвод космодесанта прибыл. Храните бдительность, братья. У них уже Т-2, судя по всему. Мы договаривались без Т-2. Банить, да? Я четко помню, да, мы такие. Без Т-2 же, без Т-2. Отступаем. Отступаем. В вашем распоряжении. Разведка готова. Боевой дух взвода восстановлен. Патрули, возвращаемся в бой. В вашем распоряжении. Принять. Назад, не сливай все. Сливай, Антоха. Убежит тесла. Разведка готова. Наша вера поддерживает нас. Безделье суть ересь. Начинаем атаку. Так точно, лорд-командир. Вперед к славе. Капец, у них вся карта. Да, командир. У них мало того, что вся карта, и гребаные снайпера еще возле меня тут припарковались. Мы заняли а позицию. Против снайперов, да? Вперед! Мы нанесем на карту расположение войск противника. Убирай их нахрен отсюда. Мы не промахнемся. Смотри, все умерли. Начинает разведка. Да-да, брехун, скрипно. Блин. Штук 500, блин, снайперов, блин, построил. Разумело. Да, о великолепный. Разведчики прибыли. Не увлекайся там сильно. Нормально, Антох, ты почти меня убил. Собираем информацию. Мы заняли позицию. Снайперы деньги насаждают. Твои базы скормили? Да. Не на юг хорнатить. Как? Что за люди, да? Так просто взял, вот ты перестал слушать Кхорна, да, Антох? Вот такой ты, значит, верный, да, последовательный? Да, командир. Разведка, в атаку! Да, командир. Мы заняли позицию. Разведка готова. Мы заняли позицию. Разведчики готова. Выдвигаются. К вашим услугам. Мы готовы. Все уж, поуходили. Начинаем атаку. Никто не в силах остановить нас. Мы ждем приказа. Да, командир.
Мы ждем приказа. Начинаем поиск. Какой чисто на мышу пошел. Там детекции надо. Разведка готова. Вперед! Эти глупцы. Мы под интенсивным обстрелом, командир. Так, ну, тоже не пошел. Вперед! К славе! Выдвигаемся! Конечно, мне не главное. Мы под интенсивным обстрелом. Разведчики прибыли. Бдительны. Вера на щит. Они нападают на меня, поэтому давай меня там. Отступать и перегруппироваться. Никто не в силах остановить нас. К вашим услугам. Занимаем позицию. Да, они меня так прямо убьют. Мы готовы. Бесчестно. Безделье суть ересь. Не просто против двоих дефаться, да? Да? Ну конечно. Мы готовы. Мы готовы. Разведчики прибыли на службу. Капец, мы заняли позицию. Собираем информацию. Я жду ваших распоряжений. Запускаю строительство. Отступать и перегруппироваться. Вера питает нас. Вера наш щит. Мы под интенсивным обстрелом. Наша вера поддерживает вера нас. Вера наш щит. Ломаем углавку. Сейчас там немножко отжали. В атаку! Больно память, как хрена. К вашим услугам. Разведчики прибыли. Вера наш щит. Вперед к славе! Ожидаю приказаний. Безделье суть ересь. Что прикажете? Капец, тут блин голова. Я жду ваших распоряжений. К вашим услугам. Направьте нас на врага. А нам ведут огонь. Я жду ваших распоряжений. Константин. Что? Подчиняюсь. Алло. Страх повергает веру. А сделай приятное. Из штаба кинь его сюда. За свет. Да, о великолепный. Запускаю строительство. Вера наш щит. Так точно, лорд-командир. Что прикажете? Нас Вера, расстреливают! Наш щит. Направьте нас на врага. Так, ну что, ну, стоя, эту битву не выиграть. А нам, я вообще сомневаюсь, как ты собрался выигрывать. Я думал, у тебя есть план. В вашем распоряжении. Так точно, лорд-командир. Меня бесчестный волк... Используем атакующую схему номер 23.
Вера, наш щит. Бесчестный волк щимит, блин. Мы заняли позицию. Ожидаю приказаний. Отступайте, перегруппироваться. Ну, какие-то залаганные отряды, которых нельзя до конца пополнить. 5 человек, почему? Вера, мы под интенсивным обстрелом. Если бы так не было, я бы уже давно... Слушай, ну он, они с арты очень сильно поливают. Ожидаю, я убил уже 2 трети арты. Пошли убьем всю. Но балом. Потому что я отряды теряю, блин, так. Пошли в атаку. Там мы сзади какой-то дредноут. Дредноут. Я не знаю, как он пробрался сюда. Направьте нас на врага. В точке сбора. Я пробудился. В вашем распоряжении. Обратно в бой. Приказ ясен, лорд-командир. Там, судя по всему, опять квадриляр снайперов, слушай. Потому что у меня вся пехота слегла. А, и терминаторами гасит мою базу, блин. Молодец, блин. Разведчики прибыли. Ну это не терминаторы эти. Да, сейчас нас тут и сломают. Отступать. Таков был план. Разведчики прибыли на службу. Мы избраны императором. Тут снайпера нужен просвет. Нет, там снайперов. Сейчас я попробую. Мы под интенсивным обстрелом. Приказывай. Я долго ждал этого дня. Ожидаю приказаний. Направьте нас на врага. Там опять дроп-поды, слышишь? Готово. Дропает прям тебе на базу. Используем атакующую схему номер 23. Мы ждем приказа. Производим прицеливание. Я пробудился. Наш щит. Смерть. Не повод нарушать присягу. Все грешники. Безделье суть ересь. Я пробудился. Лучше умереть за императора, чем жить ради себя. Умри! 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 Мы избраны императором. Что там с этой стороны еще прилетает? А, тут танк стоит волковский. Ага, Антохин, да? Антохин, да. Возьми его. Приказывай! Наша вера вечна. Именем его! Умри! Умри! Мы умри! Избраны императором! Смерть не будет. Я скажу, что первый чувак был ничего. Нормально для чувак. Сиделся на базе и все. Разведка готова. Уже. По нам ведут огонь. Да, народом надо. Я думаю, мы именно поэтому туда проехали. Родом из Полины.
А смотри, там снайперу опять квадриллиард. Смерть не повод нарушать присягу. Безделье суть ересь. Армия дредноута уже перед нашей базой. Думаете, мы сейчас выйдем? Чем жить ради себя? Я очищу мир от скверны. Мы сейчас ломанемся на ваши базы. Именем давай его. Бьем, например. По нам ведут огонь. Чуваков хотя бы попонесло. Заломбали, блин. Безделье суть ересь. Приказывай. Я скоро там буду. Так, он, блин. Отступать. Цветка кончилась. А, блин. Тоже чем-то светит, зараза. Я жду ваших распоряжений. Да, командир. Убивайте. Ага, я даже больше прожил. Вот так. Я же сказал, мы вам отомстим. Отомстили, отомстили. По киллам посмотри, блин, отомстили. Нет, Архангел молодец. Я союзниками доволен. Не я, кстати, не пойму, Волк, как ты так настрелял мало снайперами? У тебя там снайперов было квадриллиард, блин. Так там же... Ладно. Как это мне неправильная статистика, ну или я нас убивал больше, чем вы все вместе взятых практически. Плохо стреляешь снайперами. Хотя моих всех перестрелял. Я считаю, что, знаете, ну, только я должен снайперами играть. Как бы, ну, ну да. А для остальных бан, ну потому что, ну что это такое? Как вообще так можно играть? Просто рынку не использую. Так, есть идеи? 3 на 2 сложно. Давайте или ФФАшку, или... или ну, я за ФФАшку. Играйте 2 на 2, играть. Я посмотрю. Я в этом, как его? ФФАшку. В дизморале. А с кем в дизморале? Ну, ФФАшку на Мордалисе. У нас четверо уже. Ну, четверо. Ну, четверо, значит, две базы будут пустые, кому-то захватит. Это обязательно именно на это? Сейчас. Ну сколько он там человек? На шестерых. Два компа поставим, да, чтобы жизнь мне нам не казалось, да? Заходи. Чтобы нас компы убили, да? Я создал и открыл для обсервера, только скин заходишь в конце туда. Можете давай заходить. А я глаз уже включил, я думаю, я смогу зайти так. Ну давай попробую. Так, раз, 4, 5, 6. В принципе, пойдет. Кто у нас тут есть? Четверные эльдары. Тау, имперская гвардия. Антон, давай не будем вот это рандомы твои. Сейчас, я думаю, за кого сыграть. Так может у него это хитрость такая? Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6. У всех есть. Антоф, у нас Space Marine. Давай смотреть, кого у нас не хватает. Давай орков, потому что без орков ни одной серии не проходит. И некронов, чтобы было кого ненавидеть всем. Пойдет, да? Все, это я не предлагаю да. Ненавидеть эльдаров. Чего? А зачем? Они и так не отделенные. Их уже ГВ ненавидят. Да, ненавидят. Ладно. Пока вы будете ненавидеть эльдар, у вас он некрон с орком. За ненавидят, да? Ага. В начале редакции пришел эльдар в команду ГВ, говорит, давайте напишем крутую редакцию с крутыми правилами. Написали, а потом его, короче, все начали ненавидеть и занюхали эльдар в клан. А теперь ты спиннер дороже арки, да? Или найт спиннер, как он? Да, найт спиннер.
Она выдумывает это название. И гусениц нет. Что за танк без гусениц? Кен, за кого ты болеешь, сразу скажи. Сейчас посмотрю. Я так не могу сразу сказать. Мир поет мне песнь, и чудный ответ рождается в глубине моей души. Его заменяют. За орков, за кого? Или за некронов, Кен? Я за компов болею. То, что предначертано. Так, а в такие карты, чтобы еще круче было, надо ставить условия царь горы. А ну, нет, за гвардию я буду. Кому тебя, блин? Твоим царем горы. Мы выполним то, что предначертано. Горбатой горы. Ну, в старом переводе первого дома, оно так это условие и называлось. Царь горы. Захватить легко, но сохранить сложно. Здесь есть победа царь горы. А, оно до сих пор так я называется. Да. Секреты, надо машины удерживать вот эти вот центральные точки в количестве 50%, по-моему, типа того. Тут она одна. Захватить легко, но сохранить. Ну, вот все 50%. Время начать войну. Половинку можно захватить и все. А, ну наполовину захватываешь, да? И бросаешься. Я слышу голос духа императора, мы победим. Кошмар. По-моему, реликтовых точек мне нужно 50%, а вот центральная я даже не знаю, что это. О, точка. Не, вот как раз вот такую центральную надо, типа критическая точка по царю, по условиям самолета царевин, какие точки надо взять. На них нельзя ничего строить. Захватить легко, но сохранить сложно. Так, что тут у меня? 20. Ага, у меня тут некрон, зашибись, вот только повезло мне. Некрон сразу, да? Повезло, да? В бой. Блин, значит, это компада сейчас. Вон, конечно, нет прокачки героя. Давай, с другой стороны, пусть у меня уже волн будет для полного счастья. Волн тут. Выберите цели! Это кто? Это Тау? Это волк. Орки! А где один орк? Скоро будут сотни! Лялочка. Кто тебя за язык тянул, Кент, вообще? Захватить легко, но сохранить сложно. Вообще ни разу не волк, да, Кент? Мило, мило. Блин, уже без обрыда. Так долго, когда реально. А чем эльдары контрят такую фигню? Всем, кроме турельки. Все видит. Да не турельками, там варлоки. У первого отряда. Типа сержант. Все сержанты видят. Да, ну волк, ну это ж херня. Это моя точка. Все законтрено. Отлично. Так. У кого-то реликт отобрали. По нам открыт огонь! Надо было орков и некронов в союзе сделать, чтобы было интереснее. Хотя... Отбился кем-то? Да. С пехотного штаба можно стрелять? Ебать меня компьютер прессует, это инсейновый комп? Ну да. Благодарю тебя! Сейчас это какой фланды на меня налетел? Скажи, где ты, я иду тебя спасать. Антоха может, да. Я бы это не говорил бы. Доблестный. Пришел спасать имперскую гвардию. Знаем мы это спасение. Замечен отряд космодесанта. Вот он пришел, спасатель. Антох, я вообще-то за болел за имперскую гвардию, Антох. Видишь, он не только
Ну, если ты его убьешь, за кого мне болеть? Не знаю. Благодарю тебя, дух машины, за мое перемещение. Тебя никто и не забил. Ну, орчики, не делитесь против некрона, орчики, ну ё-моё. Ну все, это развлекуха до конца игры у меня тут. Ну вот возьмите с ним. Чё ты ко мне вот это тут убил? Да, некрон, ну, некроны отбитые, на них орки напали, а им пофиг. Срочно мочить, блин, Эльдара. Орк компьютер и некрон компьютер. Что-то у вас прям позиционка. Давайте к Шона. Тут такая карта, что на позиционность. Мне не очень нравится. Все на центр. И мочиться. Я на центре. Тяжелое вооружение готово. Ай, господи, как ты меня задолбал. Мы прикроем наших солдат. Никто не прорвется через наш огневой заслон. Возвращайся обратно. По нам открыт огонь! Где мы нужны, сэр? Мне помощь не нужна. Антоха, не спасай его, пока не надо. Благодарю тебя, дух машины, за мое перемещение. Я бы спас. Вам нужна поддержка артиллерии? Через волка. Да. Так могу по волка спасать. Не, меня спасать не надо. Нет, волка как раз да. У меня все хорошо. А, господи, ты задолбал. А, это не ты. Это вот. Ну, он тоже задолбал. Не знаю, на меня кинули какую-то красную просветку, и мне стрёмно. Просветку? Я не знаю, что это за фигня. А, это ты чем-то стреляешь по мне. Мстит тебе, Антоха, за твое спасение. За то, что ты спасатель. Важно. Они приближаются! Охренеть! Орки вообще самые отбитые, они вообще на всех нападают. Они на Тау нападают, на космодесант, блин, на гвардию. Часовой готов к бою! На тебя, Кет, да не нападали еще? То, что тебя постоянно спасают некроны от орков. Скажи спасибо некронам. Спасибо, некроны. Мы прикроем наших солдат. Часовой готов к бою. Исполняю. Я сниму их какой, отсюда! Какой храбрый часовой. Сентинель. Ни хрена себе, отсраним топа. Получите плазмы. Осторожно! Они приближаются! Отстань от всех. Один я, честно, все знаю. Тебя никто не трогал, ты что-то напал. Он на тёрке, блядь. А я там напал. Вас тут не хватало, пацаны. О, мочите орки некрон, все.
Некро нам пофиг, они пошли убивать Эльдарка. Я выйду здесь! В атаку! Давай, Антох. Тут еще какие-то улики прилетают от Пау или что там происходит. А это Антоха тут у нас будет. Че прилетает? Снаряды. А. Антохины ракеты, наверное. Ага. Ну, левый! Левый! Левый, правый, левый! Я же не убью этого лорда вообще. Плазму бери и убивай. Я думаю, против плазмы он. Осторожно! Они приближаются! Не дайте добычу уйти! Я уже пропагнулся на виде. Текин прям вообще, вот у тебя прикол с компами воевать именно, да, исключительно. Да, блин, а что мне вот заставлять пойти на кого-то другого побомбить, лишь бы он пришел на базу? Да не, ну я просто это... Там нормально, да? Объединяйся с Антохой, Кент. Не знаю. Как-то дружите с друг другом, потому что... Я не знаю, что происходит, они все молчат. Блядь, меня орки пришли. Антоха пытается со всеми подраться, но его, блин, никто не хочет с ним все драться. Молчат, все сидят. В чате витает запах пота. Все в обороне засели и с арты расстреливают Антоху и все. Ну, это не дело. О, Антоха пришел спасать. Да, правильно, Антоха. Он ты вообще никакой нет плазмы, Кент? Да есть, есть. Он за себя отвлекает. Отбился. Гвардеец. Осторожно, они приближаются, их слишком много. Ну, как я могу ходить? Мы должны с эльдарами дружить, Антоха. Где нас сами дружить, ты в своем уме? Временно, а потом они его предашь. Они могут обратить нас в бегство. Все нас сами предадут, им доверия нет. Мы не подведем больше, сэр. У них нет шансов победить. Офигеть. Волк, привет. Давно, блин, не виделись. А что ты на меня нападал? И еще и некрон этот, да? А мне лорда просто не знаю, что с ним делать. Хо-хо. Мы справимся.
Нападай, говорит, туда, блин. Напади туда, блин. Ты прям простой. Ну да, ты же как-то через Антоху идешь нападать. Ну, почему не Некрон там или кого там? Ой-ой-ой-ой-ой. Что там, рассмотрел, да, Антох? По нам открыт огонь! Да, Антох. Там Бенблейд, Бенблейд. Сомнение для смертных! Готов к бою! И демон раз один. Левый! Левый! Левый, правый, левый! Ожидаю дальнейших приказов! Мы готовы сделать все, что угодно! Мы справимся! Император будет нами гордиться! Кавалерия прибыла! Крупный калибр готов к бою! Взвод Касар Кинг к бою готов! Не, кажись, Антоха, тебе жопа. Имперскую гвардию под боком не убить. У него все стреляют дальше, чем, блин, перегородка. Ожидаю дальнейших приказов. Лемон Рация вообще на полкарты стреляет. Автопушки на тяжелое вооружение тоже гасят. На 1000 километров, блин. Я давно хотел служить под вашим командованием, сэр. А ты отчаянный, Антох. Базу спасти не могу, убью Тау, да? А он там стал как нехороший человек зачем-то. Вместо того, чтобы идти убивать кого-то. Ассасин прибыл. Куда принести его волю? Я не подведу. И это все, что они могут? Ха. Да, да. Конечно, я помогу. О. Ильдары, и похоже готовится к бою. Он прошел Бенблейзер, который был. Развалил меня. Кен, что происходит? Бенблейд, два лемонраса, автопушки, арта, Василиск и все. Вот что происходит. И никак это не отконтрить, блин. Ебать, и шо это за крыса прибежала? Вам нужна поддержка? Ну... Спасатель, где нас? Это волк. Обычный волк. Обычный волк. Не спас. Прикинь, почти марсианский командный центр уничтожил. Прикинь. Чуть-чуть не хватило. Вы вызывали псайкера, повелитель? Я понял, я, короче, буду чисто в композе жевать, да? Они, орки уезжают. Орки идут сливаться об имперскую гвардию. Что вам угодно? Нифига, как далеко стреляет отряд этот Касар Кинг, господи. Вы вызывали псайкера, повелитель? Касар Кинг? Да. На полкарты стреляют. Два туна, короче, по бокам, это жопа. Тао тоже там, да? Читерит. Страх рождает верность. Где я нужен? Не, он слишком близко прописан. Может быть, я когда-нибудь отобьюсь от компа, когда вам всем жопа. Вам огренов. И это все, что они могут? Нечестно, что-то дредноут с одного залпа. Вообще, ну там, ну типа, важный для ордена. И хранит. Позвольте нести его имя. Ну, в общем, все, я могу выходить. Ты зачем уже посмотрел? Сидеть втыкать там просто.
Вы вызывали Псайкера, повелитель? Страх рождает верность! Где я нужен? Осторожно! Они приближаются! Разумею, что он взлетает, блядь. Позвольте нести его имя! Что за фигня? Я тебя, блин, трогал. Чё там? Ракеты по базе летают. Паусицкие, да? Они мои. Так, клянусь, твои, я видел. Не-не-не-не-не. Позвольте нести его имя. После этого несешь просто монолит, остальные все здания умрут. Оно в наших руках, но лучше мы все-таки вернемся к своим игрушкам. Нет, они не умрут, но они будут бесполезны. Ну, пока вы когда, у контролера, когда ты последний стоит на здании уничтожишь. А это у них только монолит. Во. Красиво. Давай, Кент, я уже не буду болеть за этих, за имперскую гвардию. Они бесчестные. Там война трех топ-фракций, это же долг. Я считаю, Тау должны объединиться с другими ксеносами Эльдарами и покарать имперскую зло вот это. Имперская гвардия такая. Какая-то придумывали. Берешь, короче, просто Бейнблейд и целую кучу артерий. Ну да. Ты же говорили, что они очень крутые. И не выпендриваешься. Волк пытается это зло остановить, но сам не может. Партизанит. Давайте, орчики, на вас надежда вся. Блин, орков, конечно, до хера. Могли бы взять и прийти и уничтожить всех. Вообще всех. Всех, да, но они... Но они тупят, они просто стоят на автопушках, сдохнут. Ой-ой-ой. Сделано. Ясно. Ракеты выжили. Вы попытаетесь заковырять Бэйнблэйд, я хотя бы посмотрю, как он взрывается. Давайте с двух сторон Бэйнблэйда. Ну, Бэйнблэйд. Беги, Бейнблейд, беги! Кажется, Бейнблейд тут не самое страшное. Лимонрасы, что ли? Ну, бальсамитский, который... Я рта. Отступаем! Мы несем потери. Да, конечно, эти ксеносы сейчас друг друга поубивают, пока будут отгонять Бейнблейда. Контролить не хочется. Обстрелом противника. Типа, я лишь... А что, я? Задача. Я просто хочу еще тоже. Так. Контроль, ну все, сам разбирайся с этим. Я пойду с орками воевать. А, у тебя орки приторлись? Гони их на имперскую гвардию. Кстати, это странно. Наоборот, он идут туда, где стукаются. Задача выполнена. Пинцев, ты этих орков, Кент. Я же говорю, их там квадрилят, ты там отдашься, скорее всего. Битве не помешает наша огневая мощь. Наши мысли спутались в клубок. Мы должны отступить. Сила вернулась к нам. Мы несем потери. Нифига, что это за таусицкая небесный луч, прикольная. Бой
Бойтесь меня, разрушителя миров. О. Я песня ярости. Чем могу помочь? Построим бана имбу. Я песня ярости. Чем могу помочь? Нет, возможно. В битве не помешает наша огневая мощь. Враг ведет по нам огонь. Бенблейд как-то тау тяжелее пробивает. Есть какая-то артакет? Ну так дальнострельная нету прям. А призма ты не строил? Строил. Ну призма, ну шиф ограниченное количество. На, блин, демон раз. Юля, гвардия. Как же император? На, демон раз два, да? Конечно, блин, построили им бы аватара там. Наша семья ничего не изменит. И чё, сейчас стал покарает это аватара. Он же стреляет куда угодно, но не в Эйнблейд. Ну вот нахер, блядь. Блин, трюковые фракции. Кто-то контролит, блядь, их нахер. Лучше где-нибудь там с орками ещё посражает. Любящие жизнь долбоятся жнецов. О, Василиск минус. Настраиваемся. Василиск, Василиск, Вася. Защищайте давних предков любой ценой. А, так у него тут прям две локации получается. Вася, сразу с обоими ты воевать не сможешь. И с орками, и с этим. Недооцениваешь ебанутость Эльдар, блин. Чё ты это? На нас лежит бремя лидерства. Враг ведет по нам огонь. Дух главного жнеца не сломить. Так. Как меня задрали эти орки. Просто был... немыслимо. Все компы просто меня ненавидят. Я тебе скажу, что Кент, они больше, наверное, имперскую гвардию ненавидят. Сами орки или вообще? Орки именно. Я думаю, это не просто так. Чем могу помочь? Я понимаю, что я это заслужил, когда фракцию выбрал. Огонь предков к вашим услугам. Враг ведет по нам огонь. Кого стреляет? А, нихера себе дальность. Нихера себе. О. А, эти. Тау. Тау далеко стреляют. Ракеты вышли. А главное подло, что капец. А капец, они далеко вообще. Это эти. Кто это такие вообще? Атпайнтеры. Мы несем кто? Потери. Не, это этот. Элитники это называется. Тяжелая пехота какая-то. Смотри, блин, вообще на. Фаер-варьеры.
А, ну у них урон типа 10-10. А какая разница с таким расстоянием, блин? И снова я здесь, бог среди смертных. Мы несем потери. Пачка мобов, конечно, блин, жжет. Подлетаю такую камеру туда, и такой слышно, такой снаряды. Я песнь ярости. Чем могу помочь? Нет, орки, не умирайте. Да еще херунью, блин. Так, главный лагерь мочи. Пачка мега нобов вошла в своих этих самых, конечно. Сейчас они в раздобуты. Костя. Я слышу. Я просто хочу казарму, если ты любишь. Мои не будут бесконечными. Да? Враг ведет по нам огонь. Ау, перепиливается с имперской гвардией. Увлекательно, было мне. Забавное зрелище. Под обстрелом противника. Выжил, когда транспорт не уничтожился, там же умирает. Орудие призмы полностью заряжены. Питер Эксенты. Считайте каждый заряд. Считайте каждый заряд. Империалы рассчитывают на нас. Ты их доковыряешь или нет? Не знаю. Я уже не уверен. На тебя расстроят, они последнее здание орка. Серьезно? Мы под обстрелом противника. А, господи, драконы. Мы не доживем до победы. Эльдарчики говорят, мы не доживем до победы. Огонь предков к вашим услугам. Споем песнь славы в бою. Как мы забрали. Там, Кент, тебе детекция нужна, там рабочие, блин, леченые. А, ты нашел их? Убей их. Этим не обязательно. Не они могут отстроить новое здание, у него ресурсов может хватить. Я знаю, я просто к тому, что не всегда комп делает улучшение на невидимость леченов. Ну эти ж невидимые. Нет, банкл. Мега-банкер. В битве не помешает наша огневая мощь. Нам нельзя терять времени. Нам... Ракеты готовы. Настраиваю стабилизаторы. Готов стрелять. Капец. Враг ведет по нам огонь. При том, что либо это баг, либо, блин, все орковские здания вот те вот оставались, наверное, баг.
У меня не остались, потому что у меня все типа исчезли с дали. Держись, Тао. В битве не помешает, наша огневая мощь. Ксеновская помощь идет. Взять армию имперской гвардии непросто. Что-то разлетело. Не бать, да? Вот это был удар в псину от Эльдара. Отступаем, повелитель. Бесчестный. Отчаянный такой. Наша роль недоиграна. Так. Макс там скинул. Марчат, прикольная фотка. Короче, Дарковский дредноут с табордом и в капюшоне. Как истинный Даркан. Дредноут. Я Каэла Меншак Хейн. Ты думаешь, все бреды сделаны, всякие там здания? Конечно, нет. Так. Долбанные компы, блин. Так, мы будем как-то вот так вот, раз у нас одного ресурса много, другого мало. Что-то происходит, какая-то хренюка. Олк, а что ты не делаешь эти бластеры? Они ж вроде бы противопехотные. Ой, против танковские. А папа это тяжелая пехота, а не против танков. Я ничего не услышал, Волк, из-за тебя, Антох. Ну, плазмай против танков, но... Любящие жизнь долбоятся. А, малая дальность, типа, это я смущаю. Нет, не в этом дело. Тебе надо сначала заказать их три штуки, а потом уже добивать. Любящие жизнь долбоятся. Я так понимаю, что тут основной смысл карты в стоянии и очковании, короче. Да, стоишь на базе, копишь неубиваемую армию. Любящие жизнь долбоятся, жнецов. И выносишь соседа, все. Да, а потом приходит один бейнблейд, который смотрит все и норм. Любящий жизнь долбоятся. Саша, Андоха, ты всю игру воевал. Кошмарил их всех там, но, блин, не копил армию крутую. Не выходил в супертехнологии, хотя у тебя там были нормальные техи. Терминаторы были уже? Что? Рыцари серые были, а у терминаторов я не видел. Терминаторов не успел. Мы выполним то, что предначертано. Мы под обстрелом противника. Вообще, бессмертный что этот псайкера? Ш-
що за психованим тал самоліти, блін, що розносить так быстро? Ну, я сам удивлен, на самом деле. Ну, это суицидные самолеты какие-то, да, вообще? Не, ну, типа, они довольно-таки неплохо живут. Костя, ладно, потом. Просто самое крутое, что в обороне есть суперсевали, это вот эти мужики, блин, накопанные мешками. Ну, у них там автопушки крутые. Ну да, автопушки тоже не слабые. Они там выкашивали больше всего, наверное. По крайней мере, орков они там выкашивали, дай боже. Ебались нахуй. Уходим, враг теснит нас. Задача выполнена. Разуминил. Это была лишь временная слабость. Корел, орбитальный удар. Как я люблю вот эти вот мешки с 2-1, блин, которые всех побьёшь, блин. Да. Сделано. Короче, Тау, не заёбывай меня, я тебя трогать не буду. Он сейчас не будет убивать Эльдара, да? Потому что заебал, и потом разберёмся с тобой. Понял, да? Сначала убьют убивай Костя, потом придут убивать тебя. Но пока убивают Костя, ты не вмешивайся. Я Каэла меньше. Я думаю, он надо убивать этого чертова партийца. Враг ведёт по нам. Я, по-моему, где-то эту фразу слышал от Севы. Не отменяли час. Не-не-не-не-не, все же так что-то когда-то сказал. Потом, правда, очень горел это сказать. Задача выполнена. Это если уже начал. А где твоя армия? А он... партизане, ты суицидится. Огонь предков, да? К вашим услугам. Такое вообще. Мне кажется, второй самолетик не стрелял. Материализация завершена. Волк всю игру готовы. Именно так жестко это терроризировал всех в тылах, блин. На всех нападал. Мир поет мне песню, и чудный ответ рождается в глубине моей души. Задача выклицу с опасностью. Мир поет мне песню, и чудный ответ рождается в глубине моей души. Враг ведет по нам огонь. Настраиваемся! Так, о, это цель. Попробую ее еще убей, блин. Я вообще не знаю, что они выбивают. Смешные пульки отлетают просто. Это смешно. Не урон даже. Маневрировать.
возможно, не сможете увидеть. А не прикольно, с пальцем получается. Ни хрена не подбивает. Враг ведет по нам огонь. А чё вообще эти самолеты не выбыли? А на ёбу. Слушай, сдох. Ну я не знаю, а других у тебя нету? Нету. А у всех по одному самолету. И тупо ничего не заносят. Сейчас тебя искать. У Тао, по-моему, два, нет? Не один. Тоже один? А большой я вроде видел какой-то самолет. Здорово, Молли. Так, что еще прикольно? Мобильные силы Эльдаров к вашим услугам. Опять суицидится, да? Я уже здесь. Там видит, заебывает стрелы, заебывает. Уничтожают. Какие стены Тау? Вы не убьете, должно не сможете увидеть. Пленных не брать. Враг ведет по нам огонь. Боже, какая штука не такая бронированная. Он же сомневался. Мобильные силы Эльдаров к вашим услугам. Ого, привет. Все увидят пламя пожарищ. Манрас это дорого. Моя кровавая длань оборвет. Уходит он в ротах. Такое, как у меня. Ну да. Да там... Блин, знать бы, сколько эта автопушка настреляла. Да хрена. Не, я просто не знаю, что мне подбивать вообще. Что там Эльдарас-то делает, по-моему? Сколько максимальную армию идут и убиваются на своем пути. Не знаю, как это делается в начале игры. Ну просто ты не в остатки не включил. Нет моей кубы судьбы. А да, ну прожми, вы не поиграть вообще. Давай там свое ФНП, там я не знаю. Мы несем потери. Четвертое ФНП, Кент. Аспид готов. Никакого труда с ним было. В битве не помешает наша огневая мощь. Повелитель покинул нас. Ой, блин. Я там что-то псайкерит, блин. Дух главного жнеца не сломить. Знаешь, почему, Костя, так все плохо? Знаешь, потому что у тебя мало казарм. Надо штук 6. Надо летом макса. Я имею в виду, что ресурсов у нас только казарм, но я столько и построил, я не знаю. А как посмотреть, сколько у ресурсов? В битве не помешает наша огневая. Не знаю. А, блин, Волк, 4 самолетика на одного Василиска. Разве, по-моему, одного? Я Каэла меньше. Да. Ну ничего, вы загнали имперскую гвардию на свою базу, так глядишь через полгода. Там, если что, точки со временем деградируют. Так у вас тоже. Ну да. Потом начнется битва инвалидов. Любящие жизнь да убоятся жнецов. Мне больше другое интересует. А как
так далеко видишь, Костя? Враг ведет по нам огонь. Мы выполним то, что предначертано. За свет из базы. А, за свет есть, типа, в интернет-баке. База. Штабы за свет. Куда ты несешься? Не надо, не надо, псих. Суицидник. Как выносить имперскую гвардию соло на базе? Черт его знает. Ну не, наверняка есть какие-то способы, а может и нет. Потому что она такая должна быть. Ну, я типа, дисбаланс офигенно. Какая-то удар хрень. Вот это хрень, кажется. Он был убит. Это хрень. А то улучшение все сделал? Да, вроде бы. Настраиваю стабилизаторы. Готов стрелять. А, вот тут есть типа переключаться тагл плеер, и тебе показывают типа его войска и ресурсы. Ну да. Офигеть просто. Кто это были? Волк. А, это? Глюки. Так этого не трогайте, он, блядь. Он дурный. Просто лепить. Вайп отряд. Пролетел через центр, да, Волк? Через кость уж, блин, эффекта меньше было. А, получается, это реликтовые точки светят или кто? По нам открыт огонь! Если ты откроешь еще один суппорт-портал, то у тебя будет больше лимита на технику. Я вроде уже настроил по максимуму. Блин, конечно, у тебя не может быть 15 лимита. Не 15 лимита. Меньше 20. У всех 20. Да. То есть, если ты построишь еще один техно-портал, то у тебя просто увеличится лимит. Вот это суицид, вот это да. Мы готовы сделать все, что угодно. Любой ценой, давай, Кент. Чуть-чуть осталось. Крыса убегает. Жги его. Не пофиг, я просто пришел за ним. Убью его и уйду. Эх, Волк, чуть-чуть не то здание стрелял. Он еще и бегает. Так капец, смотри, какой бегун. По нам открыт огонь! Афай! У нас раненые! Ладно, секунд. Лицом к лицу с опасностью. Так, это есть, это есть. Да, 21, у меня лимита может быть. Оказалось. Даже призма выжила легко. Каждый
Что такое? Можно не ездить. Нет, у него нет колес. Волк, выходи с базы. Суицидься. Как вы его убьете? Или нет? Во имя меня... обычно, да. Блага общего. Черт, общее благо. О, волк вышел. Юля, я там тоже пошел знать. Даже не спасет. Костя, переключись, пожалуйста, лучше гордами на рукопашную атаку, так это будет лучше. Перед тем, брать гордами? Они и так выйдут вперед, и толком спасут вместе. Так, хоть волка прикроем чуть-чуть. А все, волк закончился. Прикрыл хатик. Смотрю, капец бы я снайперами тут настрелял бы. Ух, блин, просто. Я думаю, твои снайпера тут уже кент никакие не будут. Не, я ж не говорю, что одни снайпера. Я никогда одних снайперов не строю. Просто что снайпера больше всех настреливают. Вот по итогу. Тут и гвардии дофига, и у тебя дофига пехоты, и у волка там иногда бывает пехота. Волк вперед! Можно. Ну да, волк стоит на крышу и сзади расстреливает Костю. Да не, мы тут уже проиграем, скорее всего. По какому бей своих, чтоб чужие боялись. Ну, небесская гвардия. Дима имба. Ну, имперской гвардии надо дожить до... гибельного клинка и демон расов. Блять, пацаны, я один катаю против двоих, а вы говорите что-то про гвардию. Ну да. Не, вообще я тут не слышал, ну что ты, ну типа я YouTube не смотрел. Чуваки убивают сначала те фракции, которые самые сильные в лейте всегда, если играют на хор. Я понял, да-да-да, тебя надо ставить с компом средним и легким. Не, ну типа, понятно, что если там, кругом там, кто там, не знаю, Даркальдары, пусть убивают Эльдар там. Ладно, я, короче, пошел сливаться. На это смотреть. Буду гоняться за его тут лимон расом бесконечно. А байнблайдом. Я за лимон расом буду гоняться. Бинблэйда я не догоню, он слишком толстый. И быстрый, да? Башня. Я занят, ты видишь? Ну, я занят. На смерть!
умерь свой страх. Пробили такие. Толстер мне по голове. Я не знаю, сколько я там насливал, блин. 4 лимита, я не знаю. Да, хрена. Больше. Мочи Эльдара, Тау. Если ты пойдешь тоже на бескомарде, будет нечестно. Ну это гибельные клинки убивать, знаешь, как потом их долго восстанавливать? Зачем? Так, бесконечное производство всего, нахер. А что мы тут не опасны? Отряд Каспиан высадился! Вылезать их! 19 тысяч ресурсов лазил. Ага. И новый Бенблейд. Уже? А чё же тупить? А. Вот только один убил скинь просто, да? Я и второй захерячу сейчас. Дайте мне полчаса. Блин, а Эрич, еще сюда пришли? Нет. Вы можете, я поэтому я же говорю, надо ставить условия с Альгарой, чтобы не было таких вот ситуаций. Да оно стоит, просто никто не захватывает эти точки, блин, успокойся. Ну захвати. Захвати и просто держи. Да-да-да, я все держу, ну да. Леди. Наша охота началась! Нифига, ты что, Псайкер его что ли задержал? Самолетика? А чё нет, псайкеры у них, гунаром-то псайкеры. Так, ладно, вы так и хотите, я ещё пару минут, буду выходить. Я так чувствую, что я тоже еще минут 15 буду выходить, какая-то бесконечная карта, я не знаю. На кого не ходит. Один я тут всех штурмую, блин. Я поигрался, но... ГБ, выпусти баланс до последнего. Ксеносы психи. Я именно на попык в эту сторону. Сюда. Сказал все. Винить, блин. Игра, блин. Правильно, мочить базу этого Тау, да? А, это Тау, бля, охренеть. Запутался нахер, что ли, отстаньте, я вообще на базу все. Давай состав сейчас не пробьет, а я потом добью, все по-честному. Я надеюсь, я не знаю. Ты думаешь, того там пробьет, он будет атаковать тво тебя, блин. Да, не на автоконтроле. Да, блин, вы можете уехать сюда, я не знаю, я шкнул вас уже. Все ж вроде понятно. Атакуй! Все, я принял. В атаку. А какой вы такой там еще остались мой скотал? Сейчас не будет. Мочи! Да нет, там уже все, там закончили стало. Еще остатки там. Будет нормально. Еще пауки эри. Драконы вышли. Еще драконы, много драконов.
Еще больше дракона, да? Жесть происходит. Слышь, Псайкер у тебя, конечно, крутой какой-то, Кент. Волк, давай там это следующую волну готовлю, я сейчас закончу, скажи. Если ты перестанешь менять, ты ему следующую волну сейчас убьешь, блин. Дракона в контроль, блин. Бери дракона, блин. С базы волка. Блин, господи. Блин, тут так сложно все. Аватар, да, что-то, наверное, не доживет. Наша охота началась. Что не доживет? Я вообще не пытался никем там дышать. Ну, давай следующий атак. Уже эти драконы, которые дерутся в рукопашной против этих воргринов, как их там? Огринал. Бесконечная история. Я расскажу тебе, Антон, чем дело закончилось. Я сам, короче, доживу до этого. Все. А, Антоха вышел. Да, слился слабак. Слабак. Так что, Эльдара нема? Не, Эльдар есть. Кого нема, кто вы? Я. Любой, ну, там атакуешь, как компы. Да нет. Готовы выполнить нашу часть работы. Отряд Касты Огня высадился. Не нужно. 15 минут стоит лимит. Секунда. Настраиваемся. Там говори, если что, давай я нападу следующим, а ты если что это. Помогите! Наша охота началась. Короче, буду копить лимиту здесь, чтобы меня отстреливал. Цель наша! Наша охота началась! Они теперь куча тут, блин, производящих зданий просто. 50 они ставят. Капец, 4 самолета вообще не разменивается с гибельным пинком, жесть просто. Он имбайт, тут нет баланса, если ты тут думаешь. Нет, чё, когда я им играю против компу, мне этого гибельного пинка потом чемолят иногда. Только иногда? Тут есть три самые сильные расы, которые всех побеждают, они сейчас между друг другом и... Я не знаю, кто из них сильнее, если честно. Ну, самые сильные в разный момент же. Ну, как темные эльдары же убьют имперскую гвардию в начале игры. А если не убьют, то проиграют 100%. Очень хорошо, как обычные эльдары, да, в конце вообще никакие. Так, Волк, ты нам атакуешь? Ты же все. Я делаю вид. Ну, там есть уже бенблейды, там все как сюда. Все бенблейды. А? Все бенблейды какие только возможны. Ну, давай ты уйдешь, я, короче, сейчас его пробью, а потом тебе. Пацаны, ну, короче, я, наверное, пошел хавать, я против двоих не вывезу. Если вы типа планируете так играть фрифол, то просто типа объединиться и дрочить меня, то типа играйте против друг друга. Не, ну фрифол всегда объединяют против самых сильных. Ну а по-другому не получается. Ну, это, если типа, они не будут объединяться, то ты когда... убьешь одного, потом второго. Смотри, фрифол играется так: когда Эльдар пошел на меня, я его слил, ты пошел в это время, слил Эльдара. А когда вы типа вдвоем играете через меня одного, у меня просто нет лимитов. Не, ну просто ты настолько крутой, что тебя не могу убить ни я отдельно, ни он отдельно. Никак. Что бы мы там ни делали. С точки зрения ФФА они делают все правильно, потому что в противном случае они оба проиграют. Ну я думаю, если бы вы вдвоем с Волком не могли убить меня, я думаю, вы бы пошли меня бить. Да. Это логично. Не договаривался, я высадился. Кто-то не договаривался.
Это первый момент. Второй момент, ну как бы... А чё, собственно, мне мешает объединяться с кем-то? Я ослабил тебя, потом ослабил для него любви. Ну, вот мне сейчас в спину крыса херачат, вспомнил. Ага. Именно, победитель. Я не покер, я просто хокушу здание, я просто не могу их пробить, эту имперскую гвардию, вообще ничем. Все, отлично. Блин, теперь можно Волка вызывать. Волк, кем ты теперь объединишься? Тобой. Против кого? Сейчас к тебе прибежит весь табун. У тебя табун есть? Да. Это нечестно. Наша охота началась! Уже ничего нет. Табун на табун. Двух сторон. Т тактикульность. С средняя тактикульность. Стрелок расслабился. Мне, конечно, в этом плане второй дом больше нравится. Я не знаю, там таких оборон, которых нельзя было вообще ничем убить, блядь. Ты, наверное, блин, тоже не сильно шарю, может, ты там есть? Плазма там очень много. Вот это вот, которая не плазма, а тяжелая эта плазма. Чёрт, ну, я знаю, что ты умеешь строить, хотя бы тут я вообще не знаю, блин. Умираешь от этих имперских гвардейцев и всё. Давай, через контрола. А, ты контрола. Боже, какая дрочь. Ух и волк. Допустим, я долго-долго тупил, потом вспомнил, что я когда сорил видяшку, что если построить второе главное здание, то нужно построить еще 6 газов. Да. И я, блин, 3 главных здания. Это сделал только вот недавно, блин. А, ну я просто, блин, думал, блин, где они ресурсы, сколько берут на эту всю хрень, блин. 3 главных здания, и что они дают? Еще раз. Плюс 6 турелей и 2-6 реакций. Больше чего? Газов, кем? Ну, энергии, блин. А. Ну, типа, мне не хватало энергии вообще. Вот это, на вот это все равно, что она сказала. Я только пехотой играл, потому что мне энергии очень не было. И компы, блин, висячие. Вот это большой бэк. Бесчестная ФФА, как обычно. Так, ну я думаю, сейчас там... Да, 1000, блин, 12, блин, чем у всех вместе взятых. Да не, Костян Трандун. Он нормально играет. А мы не умеем. Да. Еще блин, там, конечно, знатно. Я думаю, там половина из них мои эльдары, я не знаю. Это, скорее всего, орки, потому что... А кто там больше всех потерял? Ну да, больше всех потерял ты, Кент. 679. Это я, имперская гвардия. Тут. Ага. Комп, по-моему, орчик, он 400 потерял, мне кажется, вообще. Некрон я очень знаю, быстро слился. Как там по-другому делать? Ну, типа, я стреляю ближе, ну... Это уже там с аватаром, со всеми людьми. Вроде бы можно, типа, лобовым ударом это как-то пробивать. Но по-другому, ну не знаю как. Нет, удары немножко по-другому должны играть. Ты через эти должен, через ворота играть. Портоваться, типа? Портоваться, тем более, что у тебя там, по-моему, отхил на воротах стоит. Невидимость на воротах тоже самое. Не знаю. Ну, Волк так и играл, он кошмарил там всех, блин, в тылах. Ну, они работают, на самом деле. Ты почти разнес главный центр имперской гвардии еще в начале игры, блин. Я понимаю, что он его бы отстроил бы, но это все равно очень много.
Самолеты оказались лучше, чем я думал о них. Да как-то они суицидились очень сильно. Не, ну они да. Не, ну с такой атакой, знаешь, как-то странно было, если бы они не отлетали быстро. Нильдарские самолеты вообще непонятные, не блядь. Что оно такое и зачем оно нужно? У Вардии сложные самолеты. Так, интересно, вот допустим, добытые ресурсы. Ладно, там, давайте туда. Давай. Я все-таки больше добыл, конечно, в итоге. Но это потому, что мы выбили боковую базу. Ну, ты больше всех добывал вторую базу. Потому что все остальные чаще теряли. Да и по технологиям ты, типа, круче всех. Я просто выучил все бокайды. Блин, имперская гвардия, конечно, шесть, правда. Угу. Против компа обычно очень тяжело дожить до Бенблейда. Че, ну типа ты окапываешься, а турельками там куча хитмей стоишь. Да там очень тяжело первую атаку вообще отбить. Знаешь, тяжелого вооружения как такового нету нормального на Т1. Да, там есть эти вот гранаты, но они такие не очень, скажем так. Можно тупо отлететь от первой атаки. Ладно, давай тогда я тоже.